До ре ми. Всего 7 нот, и рождается музыка, сотканная из чувств и эмоций. 7 нот, и открывается перед человеком огромный мир. Но войти в этот оазис очищения и душевного трепета может далеко не каждый. Для этого нужно долго, упорно трудиться. В 1993 году Тихорецкая детская музыкальная школа и вечерняя школа общего музыкального образования реорганизованы в учебное заведение нового типа – музыкальную школу-гимназию. В 1999-2000 учебном году отметила свой 40-летний юбилей. Она является методическим центром музыкальных школ зонального объединения Тихорецкого и Новопокровского районов. Школа-гимназия работает по новым программам и учебным планам, включающим в себя работу с детьми 4-6 лет, прогимназическое отделение. Вторая ступень обучения – общее развитие, предполагающее воспитание любителей музыки. И третья ступень – профессиональная подготовка обучающихся, нацеленная на дальнейшее музыкальное образование. В школе работает большой творческий коллектив педагогов-энтузиастов, 80% из которых ее бывшие выпускники. Они с большим желанием включились в эксперимент. Преподаватели прошли курс обучения по работе с детьми 4-6 лет, подготовили авторскую программу, которую защитили на краевом конкурсе в городе Краснодаре. По авторской программе ведет уроки коллективного музицирования преподаватель Рябцева Ольга Николаевна. Коллективное музицирование развивает навыки хорового пения, память, ритм и другие музыкальные способности. На этих занятиях преподаватели ставят музыкальные сказки, в которых дети являются сказочными героями. С 1998 года введен предмет психогимнастика у детей 4-5 лет. Предмет, формирующий память, внимание, мышление, умение общаться со сверстниками. Развитием элементарных математических представлений и навыков чтения у детей 5-6 лет занимаются преподаватели школы-гимназии на уроках чтения и счет. С 6 лет дети в школе-гимназии занимаются индивидуально с преподавателями на избранных инструментах. Ежегодные выпускные вечера шестилеток стали своеобразным праздником. Ребятам вручаются свидетельства об окончании прогимназических классов, даются напутствия как музыкантам, окончившим первую ступень обучения. Вторая ступень обучения для всех желающих обучаться в школе. Дети занимаются по типовым и экспериментальным учебным планам. Ребята посещают класс ансамбля, аккомпанемента, синтезатор.
По индивидуальным учебным планам обучаются Иволгина Карина, Артемов Артем, Жемчугов Роман, которые готовятся к поступлению в средние музыкальные учебные заведения и являются лауреатами краевых конкурсов. Одними из первых включились в экспериментальную работу преподаватель сольфеджио Буниченко Людмила Павловна, которая использует в своей работе методику Шатковского. Преподаватель Алехина Лидия Николаевна успешно работает с аккордеонистами по методике Ефимовой и является автором программы по оркестровому дирижированию. На предметах теоретического цикла используются различные формы уроков. Урок викторина, урок конкурс, уроки, посвященные памятным датам. Для профориентированных учащихся в учебном плане предусмотрены такие предметы, как история фортепианного искусства, история баяна, история скрипичного искусства, анализ музыкальных форм, мир искусства. В 1999 году было открыто хореографическое отделение. В настоящее время на отделении обучается 50 учащихся. Преподаватель хореографии Дешевых Андрей Валерьевич, автор программы по классическому, народно-бытовому и эстрадному танцам. На базе школы открыт театр танца под его руководством. Дворец музыки. Он дорог и нужен нашему городу. Дети рождаются, растут и хотят постигать прекрасное. Так будет всегда. Как не вложить свою душу и не гордиться причастностью к успехам наших талантливых тихоречан? Мы гордимся ими и рады успехам наших питомцев.